6 выпускников лицея в КФУ набрали наивысший балл при сдаче ЕГЭ. Одна из них – ученица лицея имени Лобачевского Дарья Брянских. Она сдавала литературу, чтобы поступить на направление журналистика. С выбором вуза Дарья пока не определилась, но рассматривает для поступления родной Казанский университет. В принципе, сам экзамен дался несложно, но это, скорее всего, за счет того, что последние месяцы очень усердно работала. Готовка шла по всем фронтам, то есть у меня был репетитор, в школе я активно занималась. И плюс еще обещал курсы КФУ. В IT-лицее КФУ 5 учащихся набрали 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Напомним, что для поступающих на первый курс в КФУ, набравших 100 баллов по ЕГЭ, действует стипендия ректора «100-бальник». Относящиеся к этой категории студенты получат единовременную выплату в 80 тысяч рублей. Камиль Гемоздинов, Универньюз.